собрались только для одной цели. Все вместе почувствовать, что такое МГПУ «Семья». Девчонки там делают фотографии, уже хотят выложить они в Инстаграм. Очки виртуальной реальности, две зоны сегодня. Благодаря этому человеку. Именно благодаря этому человеку у нас у всех есть рэп, брит, пати. Слава, заряжай! Друзья, встречайте, ректор Московского городского Игорь Михайлович Ремарк. Я все время думал, что я могу сказать в этой ситуации. Ну, можно, как некоторые, знаете, встать так и говорить: «Молодцы!» Можно еще что-то такое там прокричать, пожелать, чтобы сессию хорошо сдали. Для наших студентов есть одно слово, есть одна аббревиатура, которая точно нас всех объединяет. Теперь все вместе. Как мир, Россию и Москву. Люблю тебя! Друзья, встречайте! Команда КВН Московского городского Лариса Годунова! Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Море. Дорогая! Девочки, а вы слышали, что могут принять закон, запрещающий детям до 14 лет пользоваться соцсетями? Я вас умоляю, я в 14 уже сидела. В Одноклассниках с маминой странички. О, Марин, я нашла песню, где ты смеешься. Продолжаем по КВНу? По КВНу? По КВНу? Дискотека имени Ленина! Bones from the ruins like a pop bomb. We ain't going back to the brook without the chip. Друзья, и для начала представьте случай на концерте рэпера Фейса. Ой, девчонки, а вы в курсе, что у вас зажигалки не горят? Конечно, в курсе. Мы его просто газом травим. Дед проказник. Дед, ну ты опять свое! Дедушка, что с тобой? А закончить хотелось бы МГПУ. Сейчас будет рок. Друзья, у нас в сцене группа Set the Fire. И Иван Лаврухин, поехали! Встречаем! Yeah.
Вот никто не спрашивает, какое у тебя образование, ё-моё. Вот выхожу и говорю. Все, кого? Стой, стой, стой!